35 глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. «Иди в дом рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат и дай им пить вина». Я взял Иозанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и весь дом рехавитов, и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатою Маасеи, сына Селлумова, стража у входа, и поставил перед сынами дома рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю эту, мы сказали: «Пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме». И было слово Господне к Иеремии: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь, слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ этот не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому рехавитов, — сказал Иеремия, — так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни».